Всем привет! Сегодня я приготовлю, можно сказать, сыроедческое блюдо. Гречка, замоченная в простокваше, с луком, сыром и специями. Сыр я порезал мелко ножичком. Порезал репчатый лук, смесь хмели-сунели, в которую также вошли размолотый на кофемолке лавровый лист и размолотый на кофемолке черный перец с горошком. Простоквашу я сделал сам из молока. Вкусвилл. Очень хорошее молоко, 3,2%. Постояло в тепле. Добавил, правда, ложечку сметанки в качестве закваски. И получилась хорошая такая густая простокваша натуральная. В нее я высыпал гречку. Сухую крупу обыкновенную. Сухую гречневую крупу. Сейчас добавлю вот это дело. Размешаю, и через несколько часов все будет готово. Вообще гречка, залитая кефиром, это классика сыроедения. Этот рецепт также я недавно, в принципе уже давно, наверное, услышал от Николая Дроздова, ведущего «В мире животных». Он тоже является вегетарианцем и поклонником здорового питания. Ему 85 лет. Но данное блюдо я немножко, так сказать, сделал повкуснее. Именно тем, что покрошил сыр. Кстати, лук можно репчатый, не репчатый, а использовать зеленый, то есть стрелки порезанного лука. Сыр, специи, хмели-сунели. Я думаю, будет очень вкусно, потому что я не раз это уже ел. Осталось только подождать несколько часов и покушаю я это дело. Вам покажу, что получилось. Прошло несколько часов. И можно выкладывать это в тарелку. Вкус у гречки с простокваши очень интересный. Вот, кстати, некоторые вместо простокваши кефир потребляют, но я считаю, что простокваша полезнее, чем кефир, поэтому рекомендую простоквашу. Вкус очень интересный, летом можно разнообразить зеленью, петрушка, укроп. Зимой в принципе, сейчас и зимой зелень продают. Лук репчатый, мелко порезанный, добавляет приятных ощущений от этого блюда. Сырок выполняет функцию соли. Пробуем. Мне нравится вкус этого блюда, очень нравится. А сочетание гречки и молока всем известно. Гречку с молоком есть полезно. В данном случае молоко простокваша скисшее, тем не менее. Люблю это есть время от времени. Хоть на ночь, хоть с утра. Наверное, особо не имеет роли. Попробуйте. Я думаю, людям пожилого возраста очень понравится. Гречка с простоквашей. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла. И будьте здоровы.